ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очень необычное видео. Это видео по Алисе Онлайн, где я заглядываю на свой второй аккаунт, на котором, можно сказать, никогда не играла, но кастомизировала. Так что давайте же начнем. Я на него не заходила очень долго, еще дольше, чем на мой основной, хотя, возможно, на каком-то стриме вроде бы, я на него заходила. Вы можете даже посмотреть, насколько этот аккаунт старый, так как у него уже есть питомец, петушок, по-моему, только. А сейчас это все убрали, и у него нету инкубатора. То есть у него был инкубатор когда-то свой бесплатный, постоянный. Так, ну что ж, давайте подойдем, конечно же. Ой, к дядюшке, я уже забыла, как этим всем управляться. Получаем свою ежедневную 1000. Я забыла. Я забыла, куда идти. У нас нету ни одной лошади. Это очень странно. Ну ладно, давайте посмотрим, какие у нас есть вещи. У нас есть одна единственная лошадь. Больше на нее ничего у нас нету. Дальше у нас есть сам персонаж. Да, изначально это была вообще-то девушка когда-то. Но потом я вот не помню. Кажется, я начала переделывать его, давала другу поиграть на пробу. И как бы с тех пор он остался парнем. И сейчас я уже не знаю, по-моему, переделать из парня в девушку обратно нельзя. У нас... Вау! Это что такое? Это что такое? Это бонусы? Бонусные волосы? Что? Короче, это перекраска. Перекраска волос. Боже мой, я дожила до того, что можно перекрашивать волосы. У нас есть тут одни штанишки. И я тогда купила себе эльфийские ушки, потому что... Ну, посмотрите, какой аниме-мальчик. Ну, слушайте, ну почему бы и нет? Симпатично. Так, и так как нас очень давно не было... Во-первых, 45 тысяч изумрудов. Я тогда на стриме накопила, ну, в смысле, я открывала подарки, и 2 миллиона 700 с чем-то тысяч. Вау! Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в предметах. У нас есть какое-то количество еды, предметов для очистки, для игры, лечения, мистический кристалл, одна штука. И да, вот они подарочки. Я обожаю Алисию Онлайн за то, что она все-таки, во-первых, да, она крута своей графикой, просто я в нее не играю, но она безумно классная со своими гонками, скачками. И мне нравится, что они дарят очень много подарков постоянно. То есть я могу, допустим, год не играть, зайти. Причем я, кстати, в Алисию всегда захожу под конец года. А потом просто сидеть и открывать вот это большущее количество подарков и становиться богатой. Это очень приятно. Потому что вот я на этом персонаже, ну, прошла, наверное, несколько гонок от силы. А тут я начинаю все это делать, у меня купятся эликсирчики, у меня купятся вещи какие-то, ну, такие предметные, я имею в виду, для ухода, денежки или кристаллики, это очень приятно. Вот в прошлый раз вот тоже так я открывала подарки, и в итоге я даже вот купила прическу, ушки и штанишки. Вообще удивительно, что я... Ни разу не пыталась ему вывести никаких коней. Это очень удивительно. И я думаю, сейчас мы этим попробуем заняться. 5000 изумрудов. Боже мой, можно мне столько же изумрудов на мой основной аккаунт? Я уверена, там меньше 50 тысяч изумрудов.
Так, давай. Тут подарков очень много. 100 тысяч монет. О, божечки, божечки, божечки. Нет, мы точно тебе сегодня будем пытаться делать лошадь. Я, правда, пока не могу решить, какую лошадку ему надо. Это будет либо светло-серая лошадь, либо... О, Christmas Antlers. На 3 дня. Либо какая-то пега. Если мы с первого раза выведем вороную, я буду в шоке. Я не знаю, как тут с генетикой сейчас. Тысяча гемов. Но раньше, я помню, генетика здесь была очень плохая. А может быть, еще и масти новые появились? Меня очень долго не было. Еще 100 тысяч. Вот это я люблю. Вот это я люблю. Вот это единственная вещь, которая заставляет меня заходить и открывать все эти подарки. Разработчики, я искренне вас люблю. Вот прям вот от всего сердечка. Прям вот от всей душечки моей. Спасибо, что вы делаете эти халявные подарочки. Потому что я богата. Не, можно, конечно, быть еще богаче, но... Еще 1000 гемов. Почему бы нет? А вы, кстати, как думаете, какую лошадь можно сделать для нашего мальчика? Я вот не представляю. Я даже бы, наверное, от тяжек не отказалась. А еще мы пойдем в магазин, так как мы богатые. Что это? Почему оно зависло? А вот. Так как мы богатые, мы опять же сейчас заглянем в магазин. Там наверняка тоже куча много чего нового появилось. И мы будем все это исследовать и щупать. 2000 гемов. О, боже мой. Я буду плакать, если на мой основной аккаунт я зайду и буду тоже открывать все эти подарки. А там все очень плохо. Очень-очень плохо. Напишите, кстати, комментарий под этим видео, если хотите, чтобы я сделала обзор на свой основной аккаунт в Алисе Онлайн. Если вам очень интересно что-то. Так, еще 1000 гемов. 56-200 гемов у меня. И сейчас, я уверена, вот тут еще гемчики выпадут. Или 100 тысяч. Ну давай, гемы. Гемы. Эх, нет. Ну, 100 тысяч тоже. Спасибо большое. Все, подарки закончились. 56200 изумрудов. 3 162 737 монеток. И я всего лишь 6 уровня. Я не знаю, где тут можно посмотреть, сколько гонок я проходила. Сколько гонок я участвовала. Ну, короче, очень-очень мало. Неприлично мало. По-моему, меньше 10 заездов я всего сделала. Я даже не знаю, почему этот персонаж уже 6 уровня. Также мы можем повысить класс лошади. И... А я не знаю, контроль? Ну, давай ты будешь в контроле, ладно. Хотя, на самом деле, мне этот контроль уже по самые гланды, потому что я на основном аккаунте, меня подруга говорила, чтобы я качала только контроль и что-то еще. Но, в принципе, только в контроль, то есть на эти, на командные заезды с магией. А я хотела в скорость, то есть я хотела, чтобы у меня была какая-нибудь одна самая быстрая лошадь на всем белом свете. Так, а питомцы у нас не здесь? Я потерялась. А питомцы у нас через инкубатор, да? Так, игра. Ой, магазин, магазин. А еще есть дом. Мое ранчо. Сейчас все посмотрим. О, сейчас же Хэллоуин! Посмотрите, какой временный скин на лошадь. Я вот этого, правда, не понимаю, эти скины, которые нужно постоянно покупать. Почему нельзя что-то купить раз и навсегда? Почему нужно покупать на день, 7 дней, 30 дней? Дайте мне, я не знаю, постоянную за лям хотя бы. И все, и вопросов не... О боже, что-то сломалось. Тут тоже. Где-то что-то пошло не туда с моей лошадью. Дайте я перезайду в магазин. Мне кажется, это я что-то сломала. Так, у нас есть перчатки. О, божечки. О, божечки. Так, я думаю... Так, лошадей смотреть не будем. Тем более, что у меня с ними что-то случилось. Я не знаю, почему. Я 100 лет не играла в Алисию, и сейчас я ее установила с нуля. Она у меня вообще первые сутки отказывалась запускаться. Вот просто отказывалась запускаться. Ни в какую. А сегодня утром она решила запуститься, и почему-то она запустилась вот так вот. Так, давай посмотрим доспехи, скелетики.
Ну все, почему такое? Все поломано. Не, ну я не буду тратить сейчас ничего на... Мама. О, вот этот красивый, очень красивый. Я не буду тратить монеты на вот эти вот костюмы, потому что, во-первых, я не могу их нормально посмотреть, это во-первых. А во-вторых, я же сейчас не буду участвовать в забегах. Ой, с рогами люблю. С рогами я люблю. А, ещё... О, фиолетовый! Слушайте, классно, классно, классно. Но я не могу, это невозможно нормально смотреть. Я помню, что у меня любимый это был вот этот красненький и какой еще, не помню. Какой-то еще у меня был любимый сет. Наверное, вот этот как раз. Криво косо показанный. Так, ладно, мы смотрим теперь нашего персонажа. Что у нас здесь есть и что появилось? Я не помню, хотела ли я ему купить рога. А если я этого не помню, значит, наверное, я этого не хотела. Потому что то, что я хотела, я должна была бы вспомнить. Шапочки остальные нам заблокированы. Так, волосы. Во. Какой-то красивый, однако-то. Очень. Блин, может, рога ему все-таки купить? Так, по прическе у нас теперь еще дреды, еще вот такие вот есть. Причесок, в общем, теперь очень много. Я так понимаю, еще и перекрас доступен. Это вообще супер. Отличные новости. Так. Я бы ему хотела купить вот эту прическу. Где? Вот. Вот эту прическу, наверное. Хотя... Вы знаете, как будто просто из серии начал... кататься по пустыне, закончил кататься по пустыне. А я не знаю, мне кажется, моя нынешняя прическа мне нравится больше всего. А, ну, действительно, да, мне вот его нынешняя прическа прям больше всего на свете нравится, чем вот эти вот все остальные. Я не говорю, что они плохие, но мне нравятся они больше. Хотя вот это, блин, вот это красиво. Это просто очень красиво. Hind ponytail. Высокий конь, высокий хвост. Пони хвост. Сейчас я не знаю. Купить? Да, я жмотяра, у меня там сейчас дофигища изумрудов, и я жмочусь купить прическу за 3500. Это нормально. Так, аксессуары. Анубис маска. Маска Анубиса. Так, ушки у нас есть. Ушки нам не надо. Маска. Так, сними прическу, а то я уже сейчас тебе образ буду составлять с этими прическами. Так, 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 что-то... нет, это нам не надо. А здесь прям я ничего и не хотела. Так, идем. Костюмы. У нас есть костюмы теперь. О, боже мой, какой мужчина! Костюм от Twitch классная, китайская Новый год, ой. Но, о боже, ладно, мне нужно будет обязательно снять видео о моем основном персонаже, потому что вот тут такое, и оно такое красивое. Тем более у меня там уровень побольше. Все прям такие средневековые костюмы. Ой-ой-ой. Так, это все мне закрыто. И, в принципе, мне не жалко. Так. Серьезно, какая красота. Раньше всего этого, я помню, не было. О, хочу! 35 уровень. 35 уровень. Серьезно. Так, мне из костюмов, именно костюмов, понравился вот этот. Вот этот. Так. Нет, этот ничего как не особо. И что-то очень красивое есть вот это. Особенно... Мама. Боже, боже. О, боже. Так, нет, синий, зеленый, красный, темный.
Знаете, в этом что-то и есть сейчас. Если, может быть, ничего не купим, то так и поедем. То так и купим, точнее. Ладно, давай мы опять же все это снимем. Костюм этот. А то он меня сбивает. Штаны. Я помню, что это были мои самые любимые штаны. Чтобы это ничего не изменилось, мнение. Давай посмотрим еще, какие штаны открытые. То есть именно те, что доступны нам сейчас. А доступны нам немного. Стоп, что? А, у меня такие. А есть еще вот такие. Мне мои все равно больше нравятся. Вот мои штанишки. Сейчас такие. О-о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 -
бы купила ему вот эти штаны, чтобы зимой носить. Ну, в смысле, если бегать будем в зимнее время года. Йо-йо-йо-йо. И что надо? 25 уровень. Мальчик мой, ты 6 левела. Как это грустно. Понятно. Так, ладно, идем вверх. Мне кажется, по моим воспоминаниям далеким, я хотела ему что-то восточное. Ну что это могло бы быть? Так, нет. Нет. Тоже не то. Я помню, там были какие-то вроде тоже типа рыцарские перчатки. О, а я могу это купить! Я вот это могу купить. Нет, там было что-то восточное. Вот я прям помню. Восточное что-то. Ну, давай по... Наверное, это было вот это. Нужен уровень 15. Жалко. Так, это вот от зимних штанишек, согласна. Я бы их, кстати, купила в одном сете. Да, я чувствую, это вот это я хотела купить. Прям вот очень похоже на то, что у меня в голове. Но я не могу этого купить. У меня этого нету. Поэтому правильно, давай купим вот эти, вот эту кофту. Хотя нет, вот я хотела, чтобы у него образ был такой воздушный, легкий, такой, ну, такой эльфийский мальчик, вот который прошел в этот мир из далеких краев, там, допустим, остался один, и он ничего не знает, ничего не понимает. У него, ну, он такой взгляд легкий, воздушный, невинный, наверное. А здесь этого не получается мне сделать. Нет, серьезно, вот просто в этой футболке он мне нравится больше. Это уж какая-то Сильвия получается. Ну, что, так тебя оставить? Ну как так-то? План был другой. Был другой мощный план. Он рухнул. Так, а по костюмам еще раз. Значит, египетский мне понравился. Вот этот. И, боже, как я хочу... Вот этот хочу костюм. Восточный. Так, все. Запоминаем. Цель 35 уровень. Я надеюсь, эти костюмы отсюда не пропадут. Они как бы постоянные. Я очень на это надеюсь. Ладно. Мы отсюда уходим. И посмотрим, что у нас по лошадям. А у нас вообще доступно разведение? 10 уровень нужен. Вот она причина, почему у меня все эти деньги еще не потрачены. Потому что нужно разведение с 10 уровня. Так. В магазине были. Подожди. Где питомцы? Предметы? Другое, персонаж, аксессуар, костюмы. Неужели питомцы у нас только в инкубаторе? Дом. Управление тоже доступно только с 12 уровня. Что такое? Как мне с этим жить? Ага, заезды. Чего? Вообще никаких рекордов?
Я вообще хоть где-то... Нет, я где-то каталась, я помню. Завершенное достижение 9 штучек. Мамочки, как мало. Скиллы. Не, ну действительно, я, видимо, тогда еще не записывалась количество заездов. Уровень 6. Так. Гильдия никогда нигде не состояла. А, вот. По-моему, завершенных заездов. В смысле 0 из 0... Ну, просто в смысле 0%. Не может такого быть. Успешная магическая защита 3 раза. Я же от чего-то защищалась. Среднее место в заездах. Вот, я же где-то что-то занимала. Основывается на последних 10 заездах. Основывается на звездах с 8 игроками. Ну, короче, где-то что-то было. Когда-то. Когда-то давным-давно. Ладно, ребят, очень жалко. Я, конечно, хотела бы обзор еще там, как мы пытаемся вывести лошадь. Но, видимо, этого здесь не будет. Пишите комментарии, что, боже, мы хотим развития данного персонажа. Мы хотим узнать, там, как он будет выглядеть в итоге. Каких лошадей мы ему сделаем. Хочу сказать, что... Вот все эти балансы, которые на нем, я ни у кого нигде не покупала. То есть это действительно за несколько лет, с подарков нападало. Это прям очень приятно, скажем так. Тем более, что это не основной аккаунт. Вот. Ну а на этом все. К сожалению, я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Надо же, я что-то помню!